Всем привет, наши друзья, наши подписчики. Мы с такой замечательной компанией, с Леночкой с одной, с Леночкой с другой, которая не видит нас. Мы прилетели в прекрасный город Стамбул для того, чтобы здесь все посмотреть, поездить по экскурсионной программе. В общем, сейчас мы только приземлились, сейчас вам покажем аэропорт, как нас встречает. Тима, мы от компании Pegas, летим в компании авиакомпания Nordwind, да, Северный ветер. И, в общем, сейчас приземлились в Стамбуле, плюс 5 градусов нам сказали. Но, по крайней мере, нет снега, нет мороза. Поэтому вместе с вами пойдемте все будем смотреть и изучать. Друзья, вышли мы, заполнили в самолете анкеты, но мы заполнили дома. Ну, непонятно, кому их отдавать. Сейчас посмотрим все вместе с вами, посмотрим новый аэропорт. В общем, идем проходить таможню. Приехали в замечательный город Стамбул. Спокойненько, хорошо сели. Квалифицированный пилот, поэтому все здорово. Подали рукав. На улице пасмурно. Сейчас будем все с вами смотреть погоду. Огромный, огромный аэропорт, смотрите. Вообще, смотрите, поднимаемся. Тишина такая, да? Это какой-то как будто арабский самолет там стоит. Так, давайте посмотрим. Самокаты. Кто не может идти, может доехать на самокате, да? Кто устал? На электронном. Паспортный контроль. Людей мало, получается, только наш рейс идет. Больше никого пока. Новый, Лена, мы первый раз в него приземлились. Здоровый, да, какой? Ну, сейчас там была вообще пересадочная база. Все, кто куда летит, в Мексику, в Египет, куда хочешь. Все у нас через Стамбул. Поэтому оденем маску получше. Еще перчатки не мешало бы, но перчаток нет. Кому лень идти, а это нам с Леной, мы решили поехать. В Таиланде, помнишь, в Бангкоке такая же штучка? Ну да. Она едет еле-еле. О, вон паспортный, ничего себе. Мало, да? Смотри, сколько людей. Просто мы приехали, а с Дубишем забыли. Ого! Ну, вы сами все видите сейчас. Посмотрим побольше, поближе. Самолет за самолетом, видать, да. Ну, не так, чтобы сильно большая очередь, но очередь присутствует. Друзья, прошли таможню. Короче, никто у нас ни анкеты эти не забрал. Ни справки не спросил. Ну, вот тут у нас так. Я так и не поняла, зачем мы все заполняли. Слушай, нам мать маска, слушай, может там дальше. Где они больше нигде? А, может, в отеле нужны будут или гиду? Я не знаю. Короче, непонятно. Очень жарко там, да? Фу, оделись. Мне не жарко. Мне как раз. А ты будешь подушки еще в автобусе спать? Посохну, да недолго. Не короче, нас сейчас встретит этот гид. Гид Пегаса. И дальше мы заселяемся в отель в Стамбуле, который вообще не знаем, как называется, потому что это экскурсионная программа у нас. И мы будем в Стамбуле сегодня вечер и завтра день. И все. И потом мы дальше будем путешествовать. Очень жарко, да, оделись как-то тепло. Но у нас было холодно, вы видели, да, мы улетали. Смотри, duty free, да, здесь какой большой. Будем заходить, нет? Да нет, ну все тогда. Нет. Не, спасибо. Так, сейчас почитаем нашу ленту. Багаж, говорит, сервис. Вот тут смотрите, как свободненько. Сейчас посмотрим. Почитаем сейчас. Так, что тут написано? Идем. Ищем багаж. Мехико. Реклама идет. Лен, ты поехала бы еще раз в Мексику? Я бы с удовольствием, да? Как мне понравилось. Сейчас найдем. На общее табло. Смотрите. И здесь мы сейчас посмотрим наш рейс.
Так, мы прилетели Nordwind. Шереметьево 18А. Вон он, 0703. 18А. Все, пойдемте. Пойдемте на стойку. Вон она, 18А. Видите указатель, девочки? 18А. Вон, прямо туда. Все, разобрались. Как спускаешься с лестницы, нужно было посмотреть табло. А мы не посмотрели по сторонам. А все оказывается, вот одно табло, вот второе табло. Только нужно смотреть. А мы пошли, как говорится. Вон 18А. Пойдемте с вами. Переход через Duty Free, да, я понимаю? Через Duty Free, да, наверное, переход? Да, пойдемте. Принглс, 3 евро. Сейчас с вами пройдем. Вот. Все есть. Были в деньги, да? Я говорю, все есть. Нельзя объять, не объять. Ну да. А перо 14.50. 18, а? Вот, все, вышли к получению багажа. Цепануло, да, свой? Сейчас я свой увижу. Так, идем на выход. Выход большой. Указатель, видите? Мимо не пройдешь. Ура! Выход в город. Сколько вот людей в таких костюмах, прямо, наверное, с Китая приехали. Так, бургер смотрим. Ориентировочно. Так. А вот Пегас. Пойдемте к Пегасу, подойдем сразу. Вот представительство. Так что все, не забудете, сразу вышли. И все. А вот Бургер Кинг, кстати. Напротив Бургер Кинга. Ориентиры сказали. Стойка находится нашего Пегаса. Так что в этой поездке у нас Пегас. И мы туристы Пегаса. Пойдемте, сейчас все отдадим документ. Ждем группу. Вот это мы неудобно. Что, наверное, будет много. Посмотрим, как вот ждать будет постоянно. Ну, сколько автобус? Человек 40, наверное? Не знаю, короче, отметились у Пегаса, и теперь ждем гида, который будет нас сопровождать, наверное, всю эту экскурсионку, да, скорее всего. Ну, сейчас все с вами посмотрим. Так, идем на 13-й выход, сказали все, кто отметился. Так, здесь обмен валют. Нам это не надо. Вот 12-й выход, видите, какие большими цифрами, а нам следующий будет. 13-й, там нас встретит уже гид, потому что программа у нас необычная, еще раз повторюсь, экскурсионная. Мы будем передвигаться, будем проезжать много километров на автобусе, поэтому, может быть, даже немножко утомительная, может быть, нет. Все потом вместе с вами и расскажу вам потом о своих впечатлениях и ощущениях. Дорогие друзья, хотела вам показать, как группа китайских туристов приехала в Стамбул. И они все-все одеты вот в таких костюмах. Представляете? В общем, встаем, ждем туристов. Вот это все-все-все. Это все люди, которые будут с нами участвовать в этом экскурсионном туре, который называется «Три чуда света». Кстати, как, по-моему, да, называется наша экскурсионка? Да, «Три чуда света». И вот мы сейчас ждем, пока все-все-все соберутся. Девчонки стоят без шапок, а вы знаете мою любовь к шапкам, поэтому я стою в капюшоне и говорю, где моя любимая шапочка с бумбоном. На улицу опять стоим. Да. Ничего не произошло. Лена пытается получить ХЕС-код. Сейчас узнаем у них. И автобуса нет. И медленная организация пока что так. Так, все соберутся. Елена Крупина здесь? Здесь. Список начинает с Лены у нас. Нравится фамилия. Хорошо, хорошо едем. Затягивают, да, все эти дела? Ленок, Ленок наш раздает холст. Кому холст нужно, передают. Блин, такая маска красивая. Все, наконец-то все. У меня тоже такая есть, Милена тоже такую подарила. Я тоже так буду носить. Слава богу, двинулись, наконец-то. Добрый день. Добрый. Как у вас самочувствие? Отлично. Как ваше ничего? Все отлично. Хорошо? Как полет был? Чудесный. Хороший пилот, да? И трезвый пилот, самое главное. Да. Все отлично. Я буду сопровождать группу. Ну, это недельная программа, видимо, 6-дневная программа. Вы будете со мной, я вас буду сопровождать.
Мы сейчас с вами, я вас встретил, ну, новый аэропорт, ну, который работает на мощности 10%, кстати, она еще не завершился, это строительство нашего аэропорта, который мы пока называем его новым аэропортом. Кстати, один самый крупный аэропорт в мире в плане закрытого помещения. Мы встретили вас сейчас, мы с вами едем уже в район Шишли, где находится наш отель. Отель называется Листана, где мы с вами что 2-2 дня мы проведем Листана. Там. Листана называется наш отель. Вернее, мы 2 дня там проведем с вами время. Где-то займет время, где-то приблизительно, ну, зависит от трафика, конечно, минут 40-45 займет время, чтобы мы прибыли, что в отель, да? Все, приехали. Выходим? Вот черный слева видно. Вижу. Это наша Листана. Сейчас проходим, получаем номера. Кто уже готов пакет взять, сразу оплачивает, потом через час подходит, получает мини-скот и погружается в шоу. Отлично. Да, а так остальные, если кто-то думает, отель, в принципе, Шишли. Это дело госдумы. Мне 17:30 придется вам встретиться еще раз со мной, большой группой в ресепшене. Такой отельчик Листана, сейчас мы посмотрим с вами. У нас такая будет насыщенная программа, все вам будем рассказывать, показывать, очень интересно. Заселяемся, видите, сколько людей? Ресепшн у нас такой маленький. Сидим, ожидаем пока все. У нас Ленок мой, ответственный за поселение. А мы с другим Ленком сидим и ждем. Надо, говорит, хоть снять, как отель называется. Листана. Дали Wi-Fi тебе? Одной? На всех Wi-Fi, да? Пойдемте, все смотрите Wi-Fi. Лена, давай документ. Лен, у тебя этот. Какой этаж у нас хотя бы, кто знает? У Лены билетик. Так, поехали. 402. Четвертый этаж. Так, 402 номер. Ё-моё. Где тут лифт? Целый час. Ну, сейчас пока руки помоем, пока поваляемся. Вот тебе час пройдет. 402. У меня. Надо же еще искать. О, 401. Вот наш номер. Заходите. Гости. Заходите. Открывали там. Пропусти нас. Я. Давай я. Ура. Ура. Выбираем сразу. У нас 3 кровати. Ура. Че, Оксана не пускает. Оксана, почему? Да ну. О-о-о. В тесноте, да не в обиде. А что, Оксана там? Оксана не полазит уж своими ногами. Так. Ну я что? Я вот тут. А вон там у кого-то хороший. Лена, я вот здесь вот. Лена на раскладушке. А я раскладу. А как ты хотела? В большой семье, ты же знаешь. Да. Не, отлично, окно открыто же, видишь? А, окно открыто. Ура, мне тапочки. А это нам с тобой, Лена, у Оленка с собой взяла. У нее есть тапочки. Я пойду. А я сейчас пойду требовать. Требовать. Еще люк, смотри, что у нас не так. Смотрю сейчас. Одни тапочки. Дайте воды попить. Пойдем, смотрим, я хочу водички. Короче, смотрите, воды у нас не поставили. Нет, а рассчитано на двоих, потому что по два. Сейчас будем требовать. И, ну, слушайте, смотрите, вода одна бутылка для меня. Вот сейчас пойдем требовать. Да. Да там ничего нету. Да. А где нам найти сейчас? Вот там целый час заняться, чем пойдем искать. Да. Зеркало, сейчас пойдем. Смотрите, подожди, фен есть, самое главное. Шампунь есть. Ленок сказал мне на всех, на одного. Прикиньте, на двоих набору. Да нет, а воды вообще одна. Пойдем, дай я попью, Лен. Требовать. Дай я попью водички, пожалуйста. А где холодильник? А вот внизу, он пустой. Все, гулять, все понимаю. Ну, в общем, да, сидим в этом номере, ждем час, пока нас сделают хес-код. Хес-код сделает гид. Номер прокуренный, да, уже девчонки сказали. В номере все потому необходимое есть. Уже район посмотрим вместе с вами. Есть, ну, вот смотри,
допустим, ковровое покрытие грязное, здесь только чисто в танк. Ну, это экскурсионный тур, что вы хотите? Нет, ну, я не возмущаюсь. Не, я тоже не... Плюсы, минусы, не нет, я тоже, я хочу... На две ночи достаточно, нормально. Нет, я хочу сказать, когда ты сам выбираешь отель и едешь, и уже читаешь отзывы, все. А это как повезли, так повезли. Мы еще не знаем, где будем в Памуккале ночевать, где будем в Каппадокии ночевать. В этом номере-то и не будем фактически по факту находиться. Просто мы сейчас вынуждены подождать, пока нам сделают документы. Wi-Fi плохой, поэтому... Сейчас попросим, чтобы водички нам поставили. Да. Ну, в общем, что нам, в принципе, нам делать здесь, вот мы зашли на час, нам и делать нечего, нам надо уже выходить, по идее. А я и говорю, нам тут, что нам тут и делать-то нечего. Ну да. Что нам тут час сидеть? Мы... Короче, вышли мы на... из номера. Пойдем сейчас посмотрим, готов ли наш хес-код и найдем горничных, которые попросим положить бутылку воды. В общем, чтобы нам все положили в номер. Тур включено. 7:30, я тут думала, с 7. 7:30 до 10:30. Угу. А во сколько мы завтра встречаемся? 8:30. 8:30, нормально. 7:30. Ужин 18. А, ужин с 18:30 до 20:30. То есть можно к 7 прийти. Да. Полтора часа хватит. Да. Если, конечно, тут все не сидят за это время. Мне кажется, тут могут и съесть. Кот не готов, он пока в шок, сходит в магазин. В общем, видите, экскурсию мы взяли вот это вот за $200. Все в одном. Это у нас входит сюда великолепный век. Помимо того, что мы оплатили Памуккале, историческая Каппадокия, два обеда будет, воздушные шары в Каппадокии и Памуккале. Хотелось бы, конечно, в Каппадокии. Я спросила, летают ли шары. Гид нам сказал, что летают шары. Хотя написано, ты читала, что с апреля месяца. Вот это странно. Ну, может быть, в компании Пегас есть такое вот, что хотелось бы оплатить и получить свои услуги. Так, ну а мы сейчас пойдем пройдемся немножко до магазина. Сейчас заберем паспорта, заберем и пойдем вон туда пройдемся. Ой. Сколько круг? Здесь или где? Вот он, да. Где? Вот здесь вход? Я думаю, что да. А может и нет. Клубничка, смотрите. Ой. 4,85. Будем считать лиру с вами. По 8? А сколько? Надо уточнить. Мы раньше по 10 считали. Короче, сейчас возьмем воды. Давайте воды, да, возьмем? Да. Без газа. Давайте каждый берет на себя по 1,5 литра. Да. Ну, давайте. Согласна. Хорошо. Обидно, правильно. А почему вот это вот 4,75? А это вообще рубль. А это с газом, но она рубль. А вот два. А вот два. А, ну вот эта большая, это вот она вся за 2. 2,50 лиры буду по карте платить. Точно? А, точно она, да. Сколько? А я себе возьму 3 маленьких. А тебе так удобнее, да? Слушай, а может нам тоже маленький, зато и на экскурсию ездить? Зачем нам тогда большая? Давай одну я возьму большую, и с собой две, и ты возьми себе маленькую, я вот на чай возьмем, да? Давай так. Ну, нам хватит на чай одну большую? Бери, Ганна, или еще одну большую. Ганна, еще завтра здесь ночуем. Бери еще большую. Не-не, одну большую, одну маленькую бери. Маленькую с собой. Что, а тут мало воды столько. На экскурсию? Да. Две надо? На целый день. На целый день? Ну, давай две. Давай еще тогда одну. Достань мне тоже, пожалуйста, одну. Ты корзину, я, короче, возьму вот эту вот. Да ладно, да будем с корзиной. Лучше брать нечего. Нет, подожди, айран давай возьмем. А ну, вкусненький. Не, я просто просто пить захочешь. Так. Кордил, наверное. Да здесь где-то. А, вот, Лена, вкусные, что в стаканах. А, в стаканах, вот я знаю. Ну, в стакане, наверное, возьмем, да? Два с чем-то. А бутылки, то может, лучше втащить. Нет, а вот, давай бутылку возьмем, будем пить в холодильник, доставать и пить, что нам вот это вот. И в стаканы. Наливать, да? И стаканчики наливать. Бери, доставай большую бутылку. Давай, бутылку, да? Да. Давай. Вот эту. Да. Давай. А в стаканчиках не вкуснее? Полтора литра. А такой же, да? Мисс такой же. Такой же, конечно. Так. Мы возьмем вот это с тобой. Так, так что еще надо? Ну что еще? Айран мы взяли. Взять корзинку, хоть кто-то бы догадался. А зачем мы вкуснее? А к чаю? А надо чай? Ну, а мы айран один на всех возьмем. Не хочешь? Вот, большую. А эти стаканы? А у нас есть стаканы? Да? Нам хватит. А что, каждый взял бы себе индивидуально. Зачем это человеку разливать? Они же в стаканчиках уже удобны. Ну, как хотите. Хотите, в стаканчиках возьмем. Мне кажется, в стаканчиках. Ну, да, Оксана, мы возьмем давай с тобой вот в этой. Какие у нас там стаканы есть? Так, где касса?
Нет, а что еще возьмем? Не знаю. Сейчас я тортик покажу. Не знаю. Сладкое нам ничего не надо, мы ж покушаем. Тоже думаю, не надо. А когда ты будешь? На всякий случай взяла, пусть курить. Ну, мало ли, может, чаек покормить. А хлеб надо нам или нет? А, возьмем на ужине, да, домой? Немножко, пару кусочков. Если дадут. Там. Если дадут. Интересно. Это вы ваш тимбук? А вдруг она вкусная? Она свою, мне кажется. Это есть или готовить? Может, как лаваш, наверное? Наверное. А ты как думаешь, что это такое? Не знаю. Хочешь, давай возьмем. Давай, я ей заплачу. Возьмем, да? Да. Лен, как ты думаешь, это булка или что это такое? Лаваш, подумаем. Вот смотри. Это что такое? Вот такой мы взяли. Ну, лаваш, конечно. Ну и попробуем. Лена. Почему бы нет? А что длину пункать? Мармелад. Смотри, у них вот эти антисептики здесь. Сигареты, короче. У меня есть антисептики. А сигареты все турецкие, смотри, название. А, вот парламент, смотри, 18-50 лир. Ну, примерно 185 рублей, как у нас. А у нас сколько стоит парламент? Парламент сколько стоит? А, я тебе скажу, 200 рублей, 209 рублей. А, ну это и что? Парламент как стоит? Угу. Эта лепешка турецкая стоит 4,95. Ну, умножаем, да, 50 рублей, грубо, по-русски. И айран, который мы взяли, 6 рублей, 60 рублей, 6 лет, 60 рублей. Сколько у меня? 10 лет, всего 100 рублей. И у меня 100 рублей, 9,90. А взяли, ну воды, что мы там взяли-то? Вода, вода, лепешка. Сейчас айранчику попьем, такая рано охота. Так что такие дела. И идем опять в наш отель Листана. Нам самое главное получить хес-код и быть свободными, чтобы не задерживаться. Мы сейчас хотим экскурсию оплатить, либо сейчас, либо утром, потому что, ну, чтобы уже не встречаться ни с гидом вечером, чтобы, ну, не тратить на это время. И заодно разоберемся с вами, в каком районе мы живем. Зашли в номер. Попить айрана купили, ну вы видели, и мы сейчас его вот пробуем. Очень вкусный, очень прям. Да. Класс, люблю, просто люблю такие вещи. Ну, конечно, не как у нас. Да нет, ты что, у нас такого близко нет. А потом вечером попробуем на ночь, как говорится. Не дай бог, чтобы не похудеть. Вот катмир, да, опять же. Айрана попробую. Да. Ну, мы уже как, я думаю, девчонки, мы пойдем уже сейчас уже, я так думаю, поужинаем и будем уже в номере. Что нам с вами голову носиться-то, да? Пока ужинать будем долго сидеть. Там на каком-то на 7-м этаже. Вечером все равно здесь уже 8 все закрывается. Да. Спокойно отдохнем перед завтрашней экскурсией. Зато целый день. Мы с мамой были на этой экскурсии. Великолепный век называется. Интересно. А, это по Стамбулу, да? Ну да, на точно. Но это был 2014 год, это было, считай, 6-7 лет назад. Мы с мамой тоже были в апреле. Ну, 7 лет назад только. Она действительно интересная. Дворец Топкапы очень интересный. Фотографии везде можно сделать, да. Классно. Единственное, что я хотела, вот, где мечеть Сулеймания, там фотографии в костюмах. Но не получится. Что теперь? Нам парень принес и водички еще две, и стаканчики, угу. И здесь сахар, особенно мне нравится сахара. Сахар не пожалели. Да, не пожалели. Так, ну все, девочки, на выход. Да. Пойдемте, время не тянет. Да. Здесь какие-то украшения висят. Хес-код у тебя, да, на бумажка с хес-кодом? Да, ты же сфотографировала. Ну, я сфотографировала. Так, все, спасибо, пошлите. Идем. У нас осталось ровно 2 часа до ужина, и мы идем с вами... Все, что вы так любите, идем. Идем в торговый центр. Могу сказать, что по ощущениям прохладно. Вот в такой куртке оно самое оно, вот как я иду. Сейчас даже, наверное, я капюшон одену, потому что плюс 5 градусов. Все идут в курточках, легких, ну вот, в таких. И... Ну, завтра, конечно, будет очень уже потепление, поэтому завтра будет лучше. Как раз у нас экскурсия целый день. Куда он сказал? До мечети и направо? Направо, да, потом он сказал? Не знаю, а, видите, в шаговой доступности. Большой торговый центр. Соскучилась, Лен, по Турции? Ну, хотелось бы, конечно, более тепло, да? Но ничего, ладно. Учитывая, какой сегодня был у нас мороз, то... Тут очень даже ничего, но я капюшон надела. Прохладненько все-таки. Движение тут, конечно. Тима, Лена. Пуласан. С
сколько сейчас стоит? Рубашечки. 279. Смотри здесь, что тебе понравится. Такая качественная одежда. Я пока не вижу. Кофточки 179. Классен тот магазин, который мы никогда не пройдем мимо. Уже летние, да? Нет, летнего пока мало. О, скидка, смотрите. 100 рублей, 1000 лир. Ой, 100. 400 умножаешь на 100. А где эти 400 у тебя? Эти 400. Да, 400 на 100. 4 а что это, лен, да? Покажи. Ну, посмотри ценник. 4000, значит, получается. Там. Ну, это же дорого. Всякие моменты. А, да, дорого. 4000 рублей. Вот это 1000 рублей. Свитерок. Ну, да. Сейчас, Лена Ильинична, давай, а я хотела, вот, вот наши, вот, вот, а те, сколько стоит, Лен, сейчас такие? Не вижу ценника, а, вот, 124, 1250, как нам не одета. Чемодан нравится вот этот, 895 лир. Ну, не такой уж он и легкий. Ладно, выйдем. Хотя наш любимый магазин, но выходим. Сумочки. Все, бегом, спешим. 329 лир. 9,95. Чемоданы. В общем, мы в своей стихии. Скидки. Везде скидки. В Стамбуле, конечно, народу очень много. Вот сейчас мы идем. Антисептики. Маски. Осторожно-то улетишь. Лавочки разные.